rosas doce, odorose, violete, graciose. Rosas doce, odorose, violete, graciose, violete, graciose, muy visote, vergognose. Mezzo scose, mezzo scose fra le foglie, e sgridate le mie foglie, che son troppo ambiziose. E sgridate le mie foglie, che son troppo ambiziose. Bruciatose, odorose, violette, violette, graziose, bruciatose, odorose, violette, violette, graziose, violette, graziose. Voi vi state vergognose, mezzo scose fra le foglie, e sgridate le mie foglie che son troppo ambiziose. E sgridate le mie foglie che son troppo ambiziose. Rocciadose, odorose, violette, violette, graziose, rucciatose, odorose, violette, violette, graziose, violette, violette, graziose. Великолепное начало утра, мне кажется, особенно в компании таких людей с такой музыкой, классно заряжаем энергетикой весь Красноярский край. Позвольте представить, у нас знаменитый, великолепный наш друг, органист Андрей Бардин в гостях. И сегодня, как обычно, приходит не один, а с великолепными людьми. Солистами. Сегодня да. Это солист Красноярского музыкального театра, обладатель уникального, ультра-высокого голоса, да. Тенор Альтино. Правильно? Да. Максим Шилов. Доброе утро, доброе друзья. Утро. Доброе утро. Нам известно, что концерт грядет большой, совместный. 31 марта. Да, 31 марта в 5 часов вечера в органном зале будет наш с Андреем сольный концерт. Ну, что ждет зрителей? Давайте, наверное, вот сначала немножко общего расскажем. Что это будет за программа, что будем смотреть? С 1 марта это сейчас отмечается день рождения Иоганна Себастьяна Баха. Раньше он отмечался 21 марта, теперь оказалось, что 31 марта. Поэтому именно в этот день мы завершаем фестиваль под названием «Баховские недели», который открылся у нас в начале марта, 1 и 2 марта. И вот завершаем мы как раз в воскресенье. 31 марта в 5 часов, конечно, будет музыка Иоганна Себастьяна Баха, его современников, и уже композиторов 19 века, это и оперные арии, и неаполитанские песни, то есть это прекрасная музыка в исполнении Максима Шилова, просто красота. Будет разнообразная программа, на самом деле, то есть не только там старинная какая-то музыка, ага. Но и, вот как Андрей сказал, неаполитанские песни, очень красивые, всем знакомые мелодии. Я думаю, что будет драйвово, красиво и просто, ну и Максим, зрители получат наслаждение. Такой вопрос. Вот сейчас все-таки мы не можем в полную меру, да, окунуться в магию органа, потому что у нас синтезатор. А когда там, в органном зале, будет настоящий орган, вам как? Будет тяжело петь или нет? Все-таки такая махина, и это же нужно как-то сочетаться. А вы знаете, ну, для меня это на самом деле первый опыт такой, выступление в органном зале. Но вот когда я первый раз пришел на репетицию, да, и вообще попробовал это, как это петь с органом, это было очень интересно, и я понял, что действительно, во-первых, он меня не перекрывает голос, и они сочетаются, ну, очень хорошо. То есть в любом случае у зрителей есть возможность увидеть нечто насколько уникальное в нашем городе.
Ну, не так часто у нас вот концерты с вокалистами, хотя все-таки это у нас такая практика. Да, в принципе, орган на протяжении всей своей истории, он и в храме, и в концертных залах, это всегда он часто сопровождает пение. Вот, но такие интересные программы в исполнении таких замечательных солистов, безусловно, они не каждый день у нас проходят. Поэтому я с особым удовольствием приглашаю телезрителей на этот концерт. Без сомнения, им будет так же интересно, так же приятно, как вот мне на репетициях. У меня тут вопрос немножко такой профессионального характера к Максиму. Вы обладатель, как у нас написано, ультравысокого голоса, тенор альтино. Да. Как за ним ухаживать? Как, Я сейчас при этом должен говорить, а, да, правда. Еще с чувствами эмоций. Ну, а правда, как управлять вот голосом, как чтобы он был в чувстве, в толке? Вот сегодня проснулись, что делали для того, чтобы привести его в норму? Попил чаю, как обычные все люди с утра. То есть ничего, каких-то особых секретов? Ну... высыпаться желательно, конечно. А то зовут тут всякие утренние передачи с утра пораньше. Ну и даже в этом случае можно высыпаться, конечно, да. Ну и, ну, в общем-то, никаких особых секретов нет. Главное, чтобы настроение было хорошее. Вот, тогда и голос будет звучать. Вот Насим и подытожим. Главное, чтобы настроение было хорошее и у зрителей, которые придут 31 марта на ваш совместный концерт. Мы вас поздравляем, желаем вам еще творческих успехов. И чтобы вы уж точно не последний раз различного рода анонсами своих событий к нам в гости приходили. Напомним, да, это органный зал. Органный зал 31 марта, воскресенье. 31 марта, воскресенье. У нас в гостях органист Андрей Бардин. Спасибо вам большое. И солист Красноярского музыкального театра, обладатель уникального ультравысокого голоса тенор альтино Максим Шилов. Спасибо вам за визит.